Пикачу, ты намерен всю дорогу вести себя так? А может, ты меня просто не любишь? Я ведь тебя очень люблю. Раз ты мой покемон, то неужели так и не откроешь рот, чтобы сказать, в чем дело? Что? Я не это имел в виду. Ты что, думаешь произносить только свое имя? В таком случае ты ничем не отличаешься от остальных покемонов и должен вести себя так, как они, и вернуться в покебол, как инструктирует Покедекс. Обычно во время тренировок покемоны находятся в покеболах. Тебе ясно? Есть исключения. Некоторые покемоны не выносят ограничений. Ладно. Сделаем так. Избавимся от этого. Пикачу. А как теперь? И так плохо? А, Пиджи! Пиджи — летающий покемон. Самый спокойный среди летающих покемонов, которого легче всего поймать. Отличная цель для начинающего тренера. Проверяет его умение. Отлично! У нас счастливый день! Пикачу, поймай его! Ты вообще не намерен меня слушать? Почему нет? Ну, как знаешь, не хочешь мне помогать, справлюсь и без тебя, и поймай его сам! Он поймает всех! Ладно, я дал слово поймать всех на свете покемонов. Я готов сделать следующий шаг для завоевания звания чемпиона! Конец твоей свободе, Пиджи! Ручаюсь, ты будешь моим! Покебол, вперед! Убежал! Поймать покемона можно только тогда, когда с ним сражается твой покемон. А где ты раньше был? Но я все должен сделать сам! Подожди-ка, я кое-что придумал! Так, тихонько... Что случилось? Сила размаха крыльев Пиджи вызвала торнадо песочная атака. Песок! Нет, это не мой счастливый день. Эй, выбирайся отсюда! Угроза для лесов покемонов. Поедает сыр, орехи, фрукты, ягоды. Но это никакой не лес, это чистое поле. Он превращает его в чистое поле, чтобы утащить еду у глупых путников. Значит, я глупый, да? Но теперь ты не уйдешь. Получай! Поймала огромную рыбину. Вы в порядке? Я-то в порядке. Причем здесь ты? Ты посмотри на своего малыша. Он еще дышит? Мне кажется, да. Нельзя терять время. Ему нужен врач. Здесь недалеко находится клиника. Нужно срочно мчаться туда. Говоришь, недалеко отсюда? Больница для покемонов. А ты мне покажешь дорогу? Они возвращаются! Бежим! Что ты делаешь? Отдал же мой велосипед! Он живой! Когда-нибудь вернусь!
Пикачу, это не должно случиться. Пикачу, зайди вовнутрь. Я знаю, что ты боишься, но если ты будешь внутри, может, я смогу спасти тебя. Пожалуйста, Пикачу, я прошу тебя, зайди в него. Я прошу тебя, уже все закончилось. Прошу, поверь мне, войди в него. Спирум, я покажу тебе, с кем ты имеешь дело. Я решил стать мировым чемпионом Покемон. Таких поражений я не прощаю. Я еще доберусь до тебя. Ты узнаешь, что такое разгром. Слышишь меня? Пикачу, войди вовнутрь. У тебя единственное спасение. Ну, идите, уносите меня! Победили? Чё? Что это? Данные отсутствуют. Похоже на покемона, но требует распознания.